Уроки стали интереснее, а желание учиться прибавилось. Ребята из 11-го многопрофильного лицея с нетерпением ждут уроков информатики. Все дело в новом оборудовании, которое получило учреждение. Это 2 интерактивные доски и 30 компьютеров. Дети с гордостью отзываются о том, что именно они первыми могут работать с новым оборудованием. На вопрос, проще ли стало учиться, ответ единогласный. Да, намного. Она позволяет нам делать много чего мы не могли делать на уроке. Более понятно стало объяснение каких-то тем. Очень много возможностей она предоставляет. Преподавательский состав лицея смог быстро привыкнуть к новому формату обучения. Для ребят провели вводный урок, темой которого стала кибербезопасность. Ученики на практике смогли понять, как работает интерактивная доска, привыкнуть к работе с новым компьютером и познакомиться с приложениями. Уже успешно начали использование данной техники и в рамках как раз вот урока информатики провели урок информационной безопасности, где учащиеся непосредственно не только обучались работе на новой технике, но и, соответственно, учились правильно пользоваться интернетом и теми ресурсами, которые у нас находятся, к сожалению, в неограниченной возможности нашей всемирной интернет-паутине. Учителям открылась возможность по-новому взглянуть на построение урока, сделать его более наглядным. Одновременно за интерактивной доской могут работать 20 человек. Теперь уроки могут проходить в формате соревнований и интерактивных игр. Естественно, для учителя это тоже является огромным плюсом. Почему? Потому что данный материал учитель может сделать более ярким, эмоциональным, насыщенным и показать возможности информационных технологий. Поскольку мы живем в 21 веке, и развитие информационных технологий не стоит на своем месте, и данная модель позволяет показать детям, как можно ее использовать. И не только конкретно по какому-либо предмету, да, а показать ее, например, открытость и помимо этого сделать наглядность. Приобрели новое оборудование благодаря победе Ульяновской области в конкурсе в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта образования. Школа получит интерактивные доски, ноутбуки для управленческого персонала, для мобильного класса, для педагогов, а также многофункциональные устройства. На сегодняшний день новую технику получили 88 школ и 13 средних профессиональных образовательных учреждений Ульяновской области. В будущем планируется и дальнейшая модернизация. Александр Никитина, Юрий Конихин, новости Улправда ТВ.